Следующая мини-игра это мини-игра под названием «Большое время, Big Time». Итак, как вы подозреваете, я вам не скажу что, но вы уже заметили. Вы уже заметили, что за подозрительность, видите? Что это такое? Зачем это? Ведь даже там в семенах подсказка, что это, что происходит. Я, правда, не уверен насчет этого растения, что оно будет творить при этом. Давайте посмотрим, что будет, если я попробую посадить подсолнух двойной на подсолнух. Так, экспериментик. Экспериментальный. Но все же надо что-то еще придумать. Что-то наподобие... Нет. Нет, будем пользоваться только орехами. Бомба вишневая? Чё, нет? Да. И что-нибудь хорошее стреляющее, пожалуй. Обычный горохострел для начала. Ах да, у меня 5 слотов. 10 слотов. Это вам не ПВЗ-2, где 8 слотов максимально. И 7, если вы не платите. Чё, арбуз? И ледяной тоже. Итак, приготовься, готовься, сажай. Как видите, подсолнухи большие, они... Причем прикол в том, что они загораживают цену. На самом деле шутка. Видите, они продают просто 2 солнышка. А что они загораживают цену? Наверное, вот это задумывалась эта игра, что... Будет сложно, потому что растения будут загораживать цену, и вы не будете знать, сколько стоит. Смотрите, 2 солнышка, да? 2 солнышка, как вот это будет давать? Что будет делать? 2 монетки, что ли? Да! Я прав. Большой орех, собственно, большой орех, он большой. Думаете, чё? Ничего. Нормально. И это вся мини-игра, да. Просто большие растения. Три растения, вот эти виды, только вот эти растения большие. То есть они, орех, собственно, в 2 раза прочнее, если я вникаю. Так, смотрите, что будет? Опа! Он стал меньше, я тебе говорю, он не изменился, да? Да. Идиотизм какой. Небольшой немножко. Они будут тратить это солнышки, давайте покажем, что такое еще с этой мини-игрой есть. Кстати, насчет мини-игры предыдущей, ну, которая по сюжету, это Unsodded, да, непосаженный. Там прервалась запись в конце, потому что свет отключился. Но вам нормально хватит, не надо много. Там как раз под конец уже прервалась запись. Так что вы не обижайтесь. Что мы делаем? Ах да, я не сажаю. То есть оно может дать одну монетку золотую и одну серебряную? Странно. А, да, я могу арбуз ставить. Смотрите, орех еще не съеден. Да уж, мини-игра еще странная, даже непонятно, чем она характеризуется. Там якобы солнечный день, да? Соединение солнца был. А здесь какая-то странность. Просто это якобы двойной подсолнух. Большой подсолнух якобы двойным стал. Функционал такой же. Аналогично у ореха, орех словно высокий. Только не знаю насчет перелета. Тут, наверное, не будет летающих зомби. Или будет. Но если, конечно, будут, то надо проверить, смогут ли они перелететь. Вряд ли, конечно. А, надо проверить насчет бегуна. Если тут бегун будет, то, возможно, поможет. Ну вряд ли, конечно, орех, наверное, просто прочный стал. И все. И ничего более. А, оказывается, ромашка. Не ромашка, эта штука дольше перезаряжается. Я забыл про это. Не помнил такого совсем. Нет, не буду двойнить. Надо, конечно, вот эти два поначалу. Так видите, даже лед распространяется на соседней линии, точно так же, как урон. О, монетки, конечно же! Кстати, в этой игре, мини-игре, наверное, можно зарабатывать хорошо. Если сажать постоянно вот эти растения. Можно даже больше сажать. Давайте туда еще посадим. Не, надо сходить в магазин еще, проверить при вас. Я схожу в следующей, в другой мини-игре. В следующий тоже. Будет ли бегун бежать? О, долгий уровень, долгий слишком. Слишком. Ведровый, так, ведровый-то нам не то. Не стоит.
бесплатно всего лишь один ледяной гриб на линии, потому что это уже бесполезно будет. Вы наверняка об этом знаете, я что-то вам сказал какую-то фигню. Вы думаете, что это не фигня? Зачем? Ах да, я хотел сорвать так. Подзаработать на этом можно, кстати, не очень достаточно, но все же. Не знаю, будут выпадать всякие горшочки. А, нет, выпали, кстати, помню, шоколадка выпала. По-моему, сам первый мини-игре, да? Или ошибся. Или в другой мини-игре. Но, тем не менее, все же не важно. Я хочу посмотреть, будет ли бежать зомби. Ой. Вот опять мини-игра упрощает все. Это глупо. Мини-игры, которые просто упрощенный геймплей. Это мини-игра называется. То есть, легкий режим сложности, оказывается, это мини-игра, кто не знал. То есть, если у вас в игре несколько сложностей, то самая легкая из них — это мини-игра. То есть, это мини-игра и называется. Ну что, действительно, не игра настоящая. И бред. Ох, какой бред, действительно. Опа, несимметричность. А вы такого боитесь? Вот если были бы все растения большие, это было бы глупо. А тут не все растения, тоже глупо. Так ведь? Ну а что с этим делать-то? Вот еще один зомби с флагом интересненький, заметите. А давайте еще минусовать, раз уж тут не посажены. Давайте еще бомбы взрывать, раз не взрываем мы. Не, да, цену не видно. Это знаю, подсолнух двойной стоит 125. Орех стоит 50. А мартышка, в смысле, ромашка стоит 50. Подсолнух тоже 50. Заметьте, цену даже не изменили. То есть, растет цена такая же. Было бы интересно, если цена была бы больше. А так нет, глупо. Глупо. Глупые взрываются зомби. Что еще посадить мне, а? Какие-нибудь скоро горосы стрелы. А чё, нормально, горосострельщики обычные. Уровень дол... А, нет, не очень долгий, на самом деле, уже больше половины прошло. Нормально. Тем более, вроде они ускоряются со временем. И после успеваю собирать эти солнышки, ужас какой. Давайте симметризм какой-нибудь. А, я нарушил симметризм, ладно. Что, будем уменьшать подсолнухи будем? Зачем? А, я понял зачем, это все же это нужно. Это все же не бесполезные двойные подсолнухи брать. Двойные подсолнухи помогают увидеть цену. Если вы случайно заградили. О, большой пришел, откуда? Я не знал его. Черт, посадил орех в орех. Это как коробку в коробку. Только наоборот. Просили положить коробку в коробку, а он наоборот перепутал, положил коробку в коробку. А не коробку в коробку. Ай-яй-яй. Был такой случай, после чего схватили того, кто это сделал, и в тюрьму посадили. Потому что нельзя было коробку в коробку класть. Это был наоборот. Симметризм! Он монетки не утерял. А! Утерял монетку. Монетка ведь только уже есть. Зомби тоже выпадает. Какая гадость. В смысле, не гадость, а? Чё? Ай. Ну чё с этим мини-игрой-то? Закончим, может? Давайте заканчивать. Или до конца дойдем? А? Чё вы такие? Не хотите до конца? Чё такое? Почему не надо до конца? Ох, чёрт, монетки, монетки. 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 Монетки мои. Нет, исчезла монетка.
Вы спросите наверняка, почему арбузы можно улучшать до двойных до ледяных арбузов, а горострелы до ледяных нельзя. А что вы такие думаете? Потому что это бред. Можно двойные до четверных улучшать вроде. Не вроде, а точно. Нет, не точно. Что не точно, если точно. Симметризм какой-то. Кривой, но какой-то. За последний путь, последний путь. Запустим мы. Ай-яй, взрывные, бабах. Взрывных взорвали, и что? Нормально, они использовали свои способности. Минус едят сейчас, если не успеют съесть. Ой, хоть заработок у нас тут большой получился, а? Неплохо ведь? Плохо. Я успею собрать все, Или меня соберутся, если я закончу уровень? Нормально. Сейчас проверим, что за магазин у нас. Что там у нас тут? Куплено все? Удивительно, оказывается, я каким-то образом все успел купить. А, могу себе накупить? Нет. Все.